пение или ропот, запятая, ропот волны, точка. Ну, теперь для сначала. Жизнь моя, сердце восторг и мучение, ясное небо цветущей весны, голос твой сказки задумчивой пение, пение или ропот. На пиано? Да. Аккуратненько. Нежно, ты же ей это говоришь. Или ты про себя это говоришь? Нет, ей. Ну, ты ее испугать хочешь, чтобы она убежала? Ты будешь моей невестой, дорогой, все я сказал, вот тебе сковородка, вот тебе тряпка. Или наоборот, вот тебе цветы, бриллианты, любовь моя, будь только со мной. Как ты хочешь девушку покорить? Подход ко всем по-разному хочется. Тогда можно тоже и кастрюлю, и тряпку. Но если человек это будет устраивать, если там нет других вариантов. Ну ладно, хорошо. Давай, допустим, так. Что делать заново? Да. Жизнь моя, сердце нет, восторг. Жизнь моя. Жизнь моя. Она-то жизнь твоя, или ну, да. Ну, они же просто жизнь моя, это значит, то-то, то-то, то-то. Она твоя жизнь. Жизнь моя. Говори, жизнь Настя. Моя. Говори, Настя. Сердце восторг и мучение. Говори, говори. Ясное небо цветущей весны. Голос твой сказки задумчивой пения. Пение или ропот, ропот волны. О, если б мог я волне... О, если б мог я... О, если мог я волне беззаботной нежное слово безумно сказать... Ой... Да. Нежное слово безумно сказать. Рад бы я чайкою быть быстролетной, в бурю с волнами рыдать. Ну, ты смысл-то понимаешь? Ну, да. Точно? Ладно, давай сначала попробуем петь. С самого начала первый куплет, ладно? Подумай, представь все, что сейчас проговорили, да? Угу. Не забывай цеплять слог за слог, да? Поем гласными, согласную к следующему слогу. Хорошо? Дышим заранее. Поехали. Страстью и небесем. Страстью и не тише. Спой медленно. Страстью и не. Страстью и не. Страстью и не. Еще раз. Еще раз. Медленно. Страстью и. Нет, ты другую напоешь. Страстью и. Соль, до, ре, ми. А теперь давай.
Теперь давай с самого начала и старайся. Страстюине. Поем гласные, да? Поехали. Страстюине. Ну, с меня сразу, да? Давай. Страстюине. Жизнь моя, сердце восторг и мучения. И жизнь моя, там нет запятой, ты мне врал. Есть. Нет, он тут не причем. Есть, так, вот у меня да, есть. Да, точно. Хорошо, вот. У тебя есть. Саша, но... Давай, жизнь моя. Жизнь моя, сердце восторг и мучения. Все, запятая, ясное небо, цветущие весны. Да, но перед... Так, там у нас получается... даже смотришь и не видишь, то во втором надо взять. Mm-hmm. Они должны быть одинаковыми.
дыхание. Он взял дыхание сейчас. Ну, он берет, как он убивает, это же сам не замечательно. Сейчас не берет. Если в предыдущий раз ты сделал маленькую цезурку. Ну это я прям. А здесь я быстро. Вот я сейчас прямо тебе в рот буду заглядывать, хорошо. Что ты берешь или не берешь. Поехали. Страстью и негою сердце трепещет, бьются томительно песни любви. Страстью и негою взор ее блещет, блещут в нем звезды, звезды любви. Ты не справляешься. А, смотри, и блещут, почему ты поешь? Блещут. Блещут. Б-б-б-б. Надо прям сказать Б. Блещут. Блещут, да? Звезды любви, да? И все равно бьется страстью и негой. Не хочешь вести дальше линию, ломаешь ее. Нужно вести дальше. Еще раз сначала. Спой просто на А. А. Вытаскиваешь что-то, тяни.
не написал, но вам плюнул. Ну, надо еще написать, чтобы глаз сразу туда падал. Понимаешь, в чем заключается сложность с вокалистами? Потому что вот ты им пытаешься это объяснить, пытаешься им там что-то сказать, не делать, так не делать, они все равно продолжают делать свое, делают и делают, и делают, и делают. И сложно как-то вот двигаться дальше, понимаешь, хочется тебе максимум дать. Я мог бы вообще на это глаза закрыть, и все, и будем двигаться дальше. Но хочется что-то дать, чтобы ты начал исправлять сразу, это называется мобильность. Мобильность, надо мобильным и быстренько исправляться. Тебе дирижер скажет, понимаешь? Сделайте, вы неправильно заучили, например, там, я не знаю, тут восьмушка. И ты раз опять повторил там четверть. Он говорит, вы неправильно заучили, здесь восьмушка. Второй раз повторил четверть, следующий. Никто не будет с тобой возиться. Я понимаю, что ты 19 лет, что ты молодой, что ты амбициозный, что все очень здорово, ты умеешь петь, ты, у тебя очень-очень красивый тембр. Но ты пойми, что это как работа. Это работа. Тебе скажут, исправляй быстрее. Если не исправишь, очень большая очередь, конкуренция бешеная. Я вчера тебе говорила, что даже если ты будешь петь миллион раз лучше, возьмут того, кто быстрее соображает. А там? Привет. Подожди, чуть-чуть. Да. Понимаешь? Я очень поэтому пытаюсь тебе это разбудить. Это ты должен себе сказать. Это работа. Вот как, я не знаю, там будешь торт печь или что-нибудь, ты умеешь там печь, я не знаю, готовить что-то. Ты же не можешь просто взять вот так вот все продукты собрать вместе и, ну, приготовьтесь сами, пожалуйста. Да? Все равно нужно и время на это потратить, и лучший рецепт найти. Какой-то там, я не знаю, безглютенный, чтобы все могли это есть, понимаешь? Здесь то же самое, здесь кропотливая ежедневная работа. Вот не получается этот ход, надо повторить его миллион тысяч раз. Тебе уже тошнить от него будет, но ты все равно его будешь повторять. У меня были такие коучи, которые весь урок тратили на два такта. И меня уже тошнит, потому что просто вот это повторение, уже просто с ума сходишь, понимаешь? Они просто принципиально, пока не получится, не идем дальше. Все, я пошел курить, а ты тут оставайся. Вот мой урок, понимаешь? Платный, за 5000 рублей. И пока у тебя не получится, двигаться дальше нельзя. Себе скажи, нельзя. Надо работать над каждой фразочкой, над каждым тактом, над словами, чтобы было понятно, Б это или П. Ты знаешь, что китайцы не слышат разницы между Б и П. Между Г и К. У них одинаково. Ты пьешь или пьешь, у них одинаково звучит. А ты слышишь разницу? Ну да. Ну. То же самое здесь, почему-то ты все равно плещут. Ну, плещут, так плещут. Да? Нужно сразу исправлять. Если ты хочешь быть в этой профессии, нужно очень быстро соображать. Ну сколько я уже раз тебе повторяю. Старайся. Скажи себе, так, я закатываю рукава и работаю. Как на шахте. Это бывает еще даже сложнее работать, чем физически. Понимаешь, физически ты как бы поработал и чувствуешь, ну, что надо отдохнуть, прилечь, там поспать. А вот тут у тебя в мозгах постоянно будет. Ты будешь просыпаться с этим Рафаэлем, засыпать с этим Рафаэлем и ночью обдумывать, да что ж такое, да почему он не играет. Или как бывает, знаешь, там споешь концерт, перепутаешь слова, а утром просыпаешься, и они у тебя крутятся, и главное правильные. Вот почему вчера они были не такие, а сегодня они у меня все утро крутятся и правильные. Потому что мозг продолжает работать, если он работает. Давай еще раз сначала. Вспомни все, что я тебе сказала. Что я тебе сказала? Прям проговаривай. Чтоб мозг работал. И? Нужно за всем следить. Ну зачем? Мне надо конкретно. Так, начало, значит, какое? Начало. Во-первых, нормально взять эту соль, да, из подъезда. Конечно. Ну, то, что вино-то спит чисто, это понятно. Дальше на не делали, и... Это все здесь, в принципе, оно и повторяется. Понимаешь, я говорю против того, чтобы мне сегодня Рафаэля показывать, потому что вчера мы сделали большую работу, и сегодня ее надо было закрепить. А это же новая работа. Mm-hmm. Понимаешь? И если мы закрепили на том, что вчера мы делали, сегодня было больше толка.
подумай, обдумай, и сколько раз тебе говорил одни и те же замечания, ты их не исправляешь, потому что не думаешь. Надо думать, Леон. Угу. Так, где там Маша? Спасибо тебе, Настя, большое. Спасибо. Слушай, Настя, умного человека. Я тебе плохого не пожелаю. Хорошо. Спасибо еще раз. До свидания. Привет. Видишь, как хорошо тоже. Что-то отменяется, что-то добавляется. Я вам принесла картину Тины и сон. Догнались ты выше? Умничка. Сон, давай сразу. Я не буду играть тебе за шпиона, ладно? Сразу работать. Хорошо. Это у тебя концертмейстер Егор, познакомься. Да, Мария. Егор, а ты на каком курсе? На втором. На втором? Да. Классно. Ну, в академии. В академии, да. Спасибо. Ты сегодня без мамы? Мама отдыхает? Но она подойдет, нет? Нет, скорее всего, не хорошо. Вот костюм красивый. Костюм хорошо. Вообще, у Егора тоже. Да, пиджак красивый, да. Я согласна. Так, стоп, Егор. Тан-тан-тан-тан. Ага. Thank you.
То есть, наоборот, пробивай и не спеши их пробежать. Там ель качалась надо мной, открывай рот, что ты держишь. Но то был сон. Покажи пианисту, ты сейчас будешь разрешать. Но то был сон. И был сон уже в темпе, да? Хорошо, еще разочек. Поздно дышишь. Стоп, извини. Почему нет? Я наоборот с третьей доли. До этого поздно дышала. Я просто хотела тебе об этом сказать, что вспомнила. Ага. Раз, два, вдох.
форте развивается туда. Слова. Побольше, побольше. В каждой жизни нужна нотка. Мертвые ноты, длинные ноты, мертвые, мертвые. Да? Угу. Жизни не хватает. Кажется, прям вот, как будто ты куда-то стремишься и что-то еще хочешь сказать. Я вот сейчас вам расскажу еще что-то. Да? Прям представляете, что я сейчас еще что-то вам расскажу. На этом у меня жизнь не обрублять. Слова. Да? Еще, 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 еще дальше. Развитие, развитие нотки. Начни лучше чуть тише, но чтобы развитие было. Да? Угу. Пользуйся своими плюсами. У тебя прекрасная пиано, да? Только немножко не на дыхание. Сейчас опять подойду и буду кулаком общаться. Понимаете, что твое дело? Машуль, сразу как начинаешь. Помнишь, я говорю, на конкурсах, на концертах надо хорошенько продышаться. Хорошенько прям продышаться. Вот там сидела, надо было продышаться, побегать, попрыгать, ну чтобы у тебя отбегло. Да? Я сюда побегала. Это супер, хорошо. Это отлично, но видишь, опять куда-то оно ушло. Где дыхание? Дыхание всегда крепкое. Да? У тебя прекрасный голосочек, чистенький, но ему не хватает опоры. Да? А с опорой нужно дружить. Хорошо? Давай сначала. Прям все с самого начала визуализируй, представляй, красиво поем. Руку убираем. Меньше голос, но ты умеешь им больше управлять. Ты будешь намного ценнее, интереснее.
хорошо сначала. Я не знаю, как Егору, но мое ухо прям понравилось, потому что все в одном месте и красиво, и полетно. И голос, и звук, все замечательно. Еще раз повтори то же самое. Видишь, как надо тебя раскочегарить, разогреть, чтобы ты вышла и спела песенку на две странички, которая ты сколько там секунды, минуту, наверное, да? А ты вот выйдешь на концерте, например, и ничего не споешь, а тебе будет один шанс. Один раз. Ты же не можешь сказать, можно еще разочек? Сейчас я еще разочек. Да? То есть тебе надо прям вот сколько раз повторить вначале, чтобы спеть. Это не потому, что плохо, это значит, что ты должна знать. Так, мне перед конкурсом, например, надо разогреться хорошо, надо пропеть все хорошо. Потому что есть люди, которые наоборот, это не надо, их наоборот как бы хуже делают. И они сразу идут, поют, вообще не разогреваясь. То есть ты про себя знаешь, мне надо, все. Значит, я буду разогреваться полчаса перед тем, как выйду и спою одну минуту. Хорошо? Давай еще разочек. Все, хочешь снять? Ну, еще можно достать. Читай давай текст. Угу. Давай. На французском? На русском. Могу перевод почитать. А тут где перевод? Вот. Вот у меня есть. Очень хорошо, умничка, то есть ты знаешь. Все так. Вот прям под верю, молодец. Ну давай читай на французском. Les rideaux, la brise pure. Tout s'éclaire et sourit à oreilles. Tout s'éclaire et sourit. Au réveil de la... Réveil. Ré... Ré...
Тень? Да. Омбр. Омбр. Ломбр фри. Это вообще два разных слова. Да. Ломбр фри. Ломбр. М не читаем. Ломбр. Бр. Это окончание слова, никакие бре. Ломбр фри. Фри. Продувай тут. Фри. У тебя будет несколько этих слов. Фри, фри, любви. Нет, не надо. Фри, любви. На, дальше. Ломбр фри. C'est l'amour qui peut naître.
Почему что? Лом. Лом.
Короче, если что, запись пошла. Цветочек, сейчас я узнаю.
Поставь, пожалуйста. А пульт у тебя нет? Здесь пульта нет, да? Может быть, там есть, в коридоре? А нет? Зачем мне пульт? Ну, на всякий случай. Я могу сюда же пульт. Где ноты твои? Вот. Просто вытащить ноты, они отблещиваются. Разложи ноты просто, понимаешь, для себя сам. И мы думали, чем... Да. И он в 12 часов вместо него пришел, потому что 4 часа можно... Так он хоть два раза тогда позанимает. Так я второй раз как раз таки не успею. У него репетиция же оркестровая. А? Организатору написали, что второй раз тебя не будет? Нет, а вот надо тут сегодня... Надо написать! А что мне делать-то? Нет, сегодня, сейчас напиши, только вместо этой, как и Неклюдова. А мне так и написать, что я просто местами поменялся? Нет, просто напиши, что в это время не придешь и все. Да, что ты пришел в 12 часов. Хорошо. Второй так, раз, значит, 12 часов. Сиди, потом сейчас Настя будет. Да, хорошо? Можно забрать. Отлично. Ну давай, поехали. Можешь погулять? Можешь. Ну как, делай работу над ошибками? Ноты придешь. Ноты, значит, уже хорошо. Даже склеить? Нет, если не склеить. Нам нужно Рафаэля, главное, вот сейчас разобрать это полностью. Чтобы Светланочка нам помогла, пожалуйста, Петровна, моя любимая. Ну, ты же нот смотришь. Засмотрелся. Страстью и верующим. Нет, надо, остались. Нет, давайте сначала до конца прослушаем. Нет, ну надо начать просто правильно. Нет, давайте. Даю. Эй, Дерслан, ну, зевок, ну нельзя просто, он не должен, он не имеет права на это. Еще раз соберись. Уберись, пожалуйста, руки, посмотри. Все. Поехали. Пусть вот сюда. Страстью и негою сердце трепещет, льются томительно песни любви. Страстью и негою взор ее блещет, блещут в нем звезды, звезды. Нежится море в сверкающем сне, как я люблю, не в силах сказать я, страшно и сладостно мне. Потом надо писать педагогу, мастеру,
который все это показывает. Извините, я не могу больше все. Занимайтесь, пожалуйста, можно, простите. Я не могу такое слышать. Он просто сегодня издевается, наверное. Над ним поработать, но хорошо, он... давайте доработать. Как хочешь. Итак, кто композитор? Оленский. Зовут? Александр? Нет. Плохо. Дальше смотрим, что сразу в нотах, да? Как мы тебе говорили, нужно сразу смотреть в нотке, что написано. Да? Какая динамика? Угу. Какая? Ну, тут написано «Allegretto grazioso», но это... А, пиано. Извините. Смотри, нужно всегда отталкиваться изначально от нот. Mm-hmm. Да? И от текста. Сперва текст, а потом только музыка. Сейчас просто сложно работать в плане образа, в плане вообще понимания романса, потому что ты смотришь в ноты, не знаешь, что дальше. Ну, если вчера это было легче, да, потому mm-hmm. что ты хотя бы в материале, то тут видно, что ты еще плаваешь. Mm-hmm. Ты просто от Насти оторваться не можешь. Mm-hmm. Потому что где вступать, где не вступать, просчитать, не просчитать. Вот ты мне сейчас как стихи можешь рассказать? Да. Страстью и негой... Не прочитать, а рассказать. Страстью и негою сердце трепещет, льются томительно песни любви. И все. Угу. Давай еще раз эти две строчки. Страстью и негою сердце трепещет, льются томительно песни любви. Ты это кому говоришь? Девушки. Скорее всего, умирающей бабули какой-то, которая тебя не слышит половину. А надо девушке. Если ты ей так будешь говорить, не поверит. Надо, чтобы поверила. Угу. Вот как в жизни. Вот даже сейчас я тебе говорю, как в жизни. Я вот говорю тебе, я пытаюсь донести до тебя, да? Угу. Где-то вопрос, где-то утверждение. Где-то накричу на тебя, где-то обижусь. Я не чувствую сейчас ничего, а у тебя должно проявляться в каждом слове какое-то отношение. Ты не можешь сказать слово «любовь» и слово «смерть» одинаково. Я тебя люблю. Ты такая страшная. Или там, она умерла. Счастье. Да? Ну, не может быть такого. Ты должен иметь к каждому слову свое отношение внутреннее. А вот здесь это страстнее, негой, снежной, нежной, знаете, да? И выражения нету именно в каждой букве четкости, дикции. Да? Давай еще раз, вот, сколько ты там выучил сейчас? Две строчки, да? Еще раз повторяю. Страстью и негою сердце трепещет. Не верю, что оно трепещет. Оно не трепещет. Страстью и негою сердце трепещет. Страстью и негою сердце трепещет. Льются томительно песни любви. Страстью и негою взор ее блещет. Ну, подгляди. Блещут в нем звезды, звезды любви. Блещут в нем звезды. Звезды какие? Звезды любви. Да? У тебя не хватает отношений. У тебя же есть актерское мастерство. Что вы там делаете? Сидите? Мы просто. На актерском мастерстве? У нас нет сейчас актерского мастерства. Как? У нас уже оперный класс. Ну, было или не было актерского мастерства? Вы там должны были этюды какие-то ставить отношения. Да, вот. Вас же учили и говорить, сценическая речь. Где это всего должно быть в вашей работе? Давай еще раз. Страстью и негою сердце трепещет. Льются томительно песни любви. Вот посмотри на. Страстью и негою сердце трепещет. Льются томительно слезы любви. Страстью и негою. Ты веришь мне? Нет. Почему? Я стараюсь. Я очень стараюсь. Посмотри на меня. Я очень стараюсь сказать тебе, что я тебя так люблю, моя любовь так горяча. Будь со мной всю жизнь, потому что ты моя. Ты мне веришь? То, что стараетесь, верю. Так, а почему не веришь, что я к тебе искренне испытываю чувства? Наверное, по выражению лица. Ничего себе, интересно. Тогда надо еще что делать? Работать над лицом. Да? Ты должен... Это актерское мастерство.
как ни крути. Если ты будешь так вот теперь, как и говоришь. Следующее спасибо. Да, красивый голос. Ну зачем мне твой красивый голос? Ну зачем он мне? Знаешь, сколько красивых голосов? Полно. Много. Очень много. Если ты не будешь себе это говорить, что надо работать над образом, над словами, над смыслом. Ну, да, красивый голос, и на этом все. Видишь, как Эйдер Слан реагирует, сколько мне эмоций переполняет. Угу. Ты должен быть таким же. Ну, хотя бы похоже, да? Где это чувство? Ты должен представить эту девушку, ты должен завоевать ее, доказать ей, что ты ее любишь. Если берешь такой романс, если твое сердце, наоборот, такое всегда спокойное, какое-то мудрое, умиротворенное, значит, тебе надо брать такие романсы, где ты можешь это передать. Может, ты это будешь делать гениально, да? Вообще какие-то отстраненные, не про любовь, про природу. А то зачем такой туда брать романс? Давай еще раз. Читаем, читаем. Настя сидит, отдыхает. Страстью и негою сердце трепещет. Льются томительно песни любви. Страстью и негою взор ее блещет. Блещут в нем звезды, звезды любви. Запустим, давай дальше. Грудью взволнованным в жарким объятиях. Еще раз. Грудью взволнованной. Или в взволнованной. Грудью взволнованной. Взволнованной. Да? Выговаривай. Потому что окончание съедаешь, ничего не надо. Грудью взволнованной жарких объятий. Грудью взволнованной Грудью взволнованной в жарких объятиях, нежится море в сверкающем сне. Как я люблю, не в силах сказать я. Страшно и сладостно мне. Ты круто сейчас на нее наорал просто. Ну-ка давай еще раз, найди что-то мягкое и все-таки любовное. Какая там динамика? Пиано. Грудью взволнованной в жарких объятиях. Нежится море в сверкающем сне. И вот я даже просто по тексту, несмотря внутрь, могу сказать, что там наверняка меняется... Что там было вначале, ты говорил? Аллегретто? Что там? Какое? Пассионато? Грациозо. Да, Адам. Что-нибудь меняется? О, оп, поменялось, да, действительно? Потому что слова меняются, смысл меняется. И твое отношение должно меняться. Грудью взволнованной в жарких объятиях. Лучше. Нежится море в сверкающем сне. Только смотри, ты говоришь по слогам. Грудью взволнованной в жарких объятиях. Я прям слышу каждую долю. Не хватает человечности. Грудью взволнованной в жарких объятиях. Нежится море в сверкающем сне. Нежится море, нежится, нежится. А не нежится море, как будто оно не нежится, а бурлит. Нежится море в сверкающем сне. Как я люблю. Как я люблю. Или как я люблю. Слово-то какое, давай. Как я люблю, не в силах сказать я. Нет, там запятая есть по-любому. После чего? После люблю. После люблю. Есть. Как я люблю. Дальше словки. Не в силах сказать. Давай. Как я люблю, не в силах сказать. Или как я люблю, не в силах сказать я. Где отношения? Я хочу отношения. Вот прям представь, что драматический актер. Они же постоянно читают, читают, ищут интонации. Давай. Как я люблю, не в силах сказать я. Страшно и сладостно мне. Страшно и сладостно. То есть ему же страшно и сладостно. А вот это страшно и сладостно мне. Слова вообще-то разные. Давай. Как я люблю. Как я люблю. Не в силах сказать я. Страшно и сладостно мне. Неплохо, неплохо. Теперь давай соединим этот серединку. С грудью, да, взволнованной? Ага. Грудью взволнованной в жарких объятиях нежится море в сверкающем сне. Как я люблю, не в силах сказать я. Страшно и сладостно мне. Допустим, да. Страшно. Ты можешь выделить букву страшно. Это будет тебе, когда ты будешь это наговаривать, это будет переноситься на произведение. И там будет очень интересно всего.
ну-ка давай дальше. Вот так, допустим, сделали первую, серединочку, дальше. Страстью и негою бурно трепещет пламя желаний в кипучей крови. Давай еще раз. Чувствуешь, сомнение, что-то не пошло? Еще раз. Какая динамика, посмотрим. Форте. Оп! Что это, форте, да? О, резолюта. Ты уже в конце смотришь, а в начале форте обычно стоит. Давай. Страстью и негою бурно трепещет пламя желаний в кипучей крови. Это как бы одна большая фраза. Страстью и негою бурно трепещет что? Пламя желаний. Пламя. Конечно. Это там есть запятая? Нету. Ну, а я не смотрю в ноту. Я иду по смыслу. Давай еще раз. Страстью и негою бурно трепещет что? Пламя желаний. И делай паузу. Страстью и негою бурно трепещет пламя желаний в кипучей крови. Неплохо, еще раз соединяй. Страстью и негою бурно трепещет пламя желаний. Пламя желаний. Пламя желаний в кипучей крови. Да, это же не пламя просто, а пламя желаний. Давай еще раз. Страстью и негою бурно трепещет пламя желаний. Страстью и негою бурно трепещет пламя желаний в кипучей крови. Желаний в кипучей крови. Это все большая фраза. Ты уже себе сразу говори, пометки делай в голове или лучше карандашкой. Потому что каждый раз нужно будет что-то добавлять, прибавлять. Потом, ой, не там написал. Стереть, да? Угу. Вот так вот рисуешь большую-большую линию до конца. И все, твой глаз уже заметил, что у меня что-то есть, пометка какая-то. Надо делать большую линию, большую фразу. Где карандаш? У меня ручка стирается. Ну, смотри. Большую линию так рисуешь от начала до конца. Угу. Молодец. Дальше. Что дальше второй куплет? Жизнь моя, сердце, восторг и мучение. Стоп. Жизнь моя, запятая, да? Или что? Угу. Так, давай. Жизнь моя. Жизнь моя. Сердце, восторг и мучение, ясное небо цветущей весны, голос твой сказки задумчивой пение, пение или ропот, ропот волны. Там где-то есть дефис? Значит, это все идет перечисление, да? Да. Давай еще раз. Жизнь моя, сердце, восторг и мучение, ясное небо цветущее. Жизнь моя, тире, это сердце, или нет? Жизнь моя, запятая. Жизнь моя, запятая. Дальше. Сердце, восторг и мучение. Сердце, запятая, восторг и мучение? Без запятой. Или сердце, восторг? Сердце, восторг и мучение. Сердце, восторг. Сердца. Ну да, Аня. Сердце. Сердца. Сердце, восторг.